Во-первых, неправильно себе дополнительные гарантии записывать. Коллеги, мы против этого. Алексей Владимирович, против того, чтобы себе гарантии записывать. Вы предлагаете, значит, расширение гарантий, расширение, значит, 27 лет себе гарантии сохраняли, а теперь не будет, будьте ближе к людям. Захотели идти в политику, это ваш выбор, здесь заработная плата большая, а если хотите еще там себе сохранить, куда вернуться, послушайте, это опять на кого ложится? На наших граждан. Если вы хороший врач, вас с руками возьмут, в очередь за вами встанут. Во-первых, будут просить, чтобы вы не избирались. А если вы изберетесь, значит, будут ждать, когда закончится срок ваших полномочий. А вы сейчас что хотите? Ушел поговорить в политику, поговорил, демагогией позанимался. А потом начнет опять с этой политической трибуны требовать себе большую должность, чтобы трудоустраивала его вся страна. А также, значит, выбрал себе путь тернистый, служить людям, служи. А люди дальше твою судьбу решат.